Так, побежали, 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 побежали. Да не, трогай кота! Мяу. Он подал голос. Он живой. Так, седьмое. Я ж тут пройду все это. Давай, побежали. Так, ладно. Бежим, 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 бежим. Ты умри! Взрывайся! Так. Игра потихоньку идет к завершению. Маленьким шагом. Уверенным. Да! Да хватит! Где я вообще? Воу, воу. Чё ты задумал? Чё задумал? Давай. Раз. Два. Нет, нет, нет. Ага. Блин. Ха, обломайся. Ты вечно будешь уходить так, а? Давай, на-на! Стоять! Да, господи! Давай, раз! Два. Три. Сволочи, откуда ты вылез один? Черт. Черт.
Все, изи. Блин, долго еще кричаться. Будем потихоньку уносить все. В смысле, видос? А, типа мне любое задание надо было сыграть? Ого, класс. Ну уж нет, это было возможно. Как это было возможно во все это время? С этим и нашими способностями по контакту? В чем дело, Кэт? Ты ужасно взволнован. Юга, ты как раз вовремя, взгляни сюда. Связь между уровнем синхронизации и феноменом резонанса схемы местности и данных? Это что, какое исследование? Да, так вот, самое интересное здесь. Бла-б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 ла. Классно, да, самое интересное там. Супер. Простите, что собрал всех вас так внезапно. Я хочу обсудить новый заказ, но он немного отличается от того, к чему мы привыкли. Кит, расскажи в двух словах, чем мы имеем дело. С радостью. Недавно во время поисковой операции мои братья нашли диск данных, созданных еще до бедствия. На нем хранится результат исследования дальневосточного филиала Фенрира. Информации оказалось очень много. В общем, особое внимание там уделяется изучению неких резонансных зон. Другими словами, речь идет о соединении симуляции подсознания пожирателя богов. Да, такой реакции я и ожидал. Проще говоря, вы сможете погрузиться в чужое сознание. Зачем? У соединения с резонансом, с резонансной зоной есть два главных преимущества. Во-первых, это отличная возможность развить наши способности контакта. А объясню простыми словами. Когда между двумя пожирателями богов устанавливается сильная психологическая связь, их контакт становится более гармоничным. Такое явление называется контакт ядер. Контакт ядер? Я и сам пока не во всем разобрался, но в теории мы можем обрести способности, выходящие за рамки всего, что мы видели. Но вот что самое интересное. Да, есть второе преимущество. В резонансной зоне человека хранится весь его боевой опыт, а также другие знания. Это крайне полезная информация, добраться до нее сложно, объяснить ее тоже непросто. Теперь же эти бесценные данные можно извлечь, а затем записать и заархивировать. И еще... Это еще не все. Возможно, мы найдем способ передавать эту информацию другим пожирателям. Если все получится, мы поможем каждому пожирателю богов в мире стать сильнее. Так что даже если не учитывать нашу личную выгоду, попробовать все равно стоит. Да, если все получится, это будет настоящее чудо. А зачем было звать меня? Да, хороший вопрос. Для теста требуется наблюдатель, который соединит резонансные зоны наблюдаемых. Судя по данным старого исследования, наблюдаемый должен быть обычно пожирателем богов. АПБ, скорее всего, тоже подойдет, но это первое испытание, и лучше исключить лишние перемены. Это значит, что наблюдатель будет наш друг с выдающимися способностями к резонансу. И поскольку ты, Клэр, стандартный пожиратель богов, мы просим тебя быть наблюдателем. Значит, погружаться в мое сознание будешь ты, да? Да, такие вот дела. Ну что, вы согласны? Я занесу подробную информацию об испытании в базу данных. Если у вас останется какие-то вопросы о том, что делать дальше, обращайтесь ко мне. Я вообще не знаю, что делать. Что это такое? Открыт уровень резонансной синхронизации. И что это значит? Выполняет задание союзника, повышает свой уровень резонансной синхронизации. Подробная информация о повышении уровня резонанса, бла-бла-бла, личные способности. Чего? Теперь можно другое качать? Чё, дай мне задание. О, тебе рада видеть. Кит рассказал мне, что происходит, собирается испытать новую технологию контакта. Ты войдешь в чей-то разум, даже не представляешь, что это, на что это похоже. Кит будет руководить подключением. Они еще не закончили последние проверки, так что потерпи еще немного. Да мне плевать, я хочу задание, я вообще даже не с ними связанное. Привет, босс, спасибо за помощь, я занес то, о чем мы говорили в базу данных. У тебя было время посмотреть, верно? А то.
Отлично. Позволь быстро пробежаться по тому, что мы будем делать. Во-первых, мы подключим тебя к разуму Клэр и ее резонансной зоне, если по-настоящему. Глубоко пройти не удастся, поэтому тебе придется повысить уровень резонанса синхронизации. Сделав это, ты сможешь подключиться к более глубокой части резонансной зоны. После этого станет возможно повысить ваш уровень резонанса синхронизации еще выше. Повторяй, пока не доберешься до глубочайшей части, и секрет контакта ядра будет твой раскрыт. Я ввел данные о резонансных зонах в базу данных. В любом случае, сначала надо подключить. Спасибо за помощь. Что за дичь вы мне тут впариваете? Что за база данных? Кто вообще без разницы? Кто пепельный яд, бла-бла-бла. Что здесь? Кто здесь новый? Да, ага, бла-бла-бла. Ничего нового. Вся информация здесь бесполезная. Все, дай мне задание. Прости за ожидание. Доступен дополнительный эпизод «Назад прошлое». Это задание нельзя применять во время сетевой игры. Задание Клэр доступно в рамках доп. Эпизода «Назад прошлое». Так, еще один демон здесь пока нет. «Назад прошлое». А? Все, это и последнее, да, ударное задание. Это какие-то, смотрите, сверхмощные твари, где я буду должен набирать команду из разных этих заданий на сертификацию с атаки одновременно. Особые задания. Задание Глейпнира дополнительно. Лимит времени 2 минуты. Испытание для псов. Ну, такое, знаете, это уже чисто так. Доп, куча разных заданий, но... Алые пепельные земли. Не знаю, что значит. Дополнительные эпизоды, давайте вот. Клэр. Память Клэр. Так, что эта моя бездельница может? Союзники, Клэр. Так, остановка до 5-го. О, молодец, можешь поднять. Вот, щит резонанс. Ну, давай пойдем. Давай не парься. Рада тебя видеть. Уже скоро? Думаешь, уже можно начинать? Нервничаешь? Неужто это так очевидно? Говоря по правде, я прошлой ночью едва смогла заснуть. Мы отправляемся внутрь моего сознания. Интересно, на что это похоже? Честно говоря, мне немного страшно. Не псы. Хотя ты будешь со мной, так что все пройдет хорошо, да? Ну что, приступим? Мы готовы начать соединение с резонансной зоной. Сделаем это. Конечно, без своей луфу это отстойно. Это... Проверка, меня слышно? Четко и ясно. Отлично, похоже, мы установили соединение. Первый важный этап. Значит, это моя резонансная зона? Хорошо, ваши биологические показатели в норме. Установленная фоновая связь с вашим божественным оружием. Вы его чувствуете? Ага. Я его вижу. Вес тоже ощущаю. Как предполагал Пейлор. Ну и ну. Не знаю, кем он был, но дело свое знает. У меня нет данных. Что там у вас? Вы могли бы осмотреться? Изучить обстановку? А что делать? Что это такое? Похоже, это человек. Клэр, ты все еще это читаешь? А, прости, настоящий книжный червь, да? Что? Чей это голос? Это папа? Ты в порядке? Что-то случилось? Я дотронулась до фигуры, похожей на человека, и кажется, я услышала голос моего отца.
хотя он и исчез. Призрак и голос, да? Вряд ли это можно считать точным описанием того, что у вас происходит, но в документах сказано. В резонансной зоне наблюдается возможность проявления психологических феноменов. Мы назвали их узами памяти, и они могут блокировать доступ к глубинам резонансной зоны. Так что да, возможно, в этом все и дело. Это был узел памяти? Да, вероятно всего. Хорошо, с одним препятствием разобрались, попробую еще осмотреться. Еще два есть. Эй, пап, слушай. Я решил, что когда вырасту, я стану флористом и засажу весь порт садами, цветами. Этот голос. Это что, я в детстве? Ну надо же, какая ты умница. Ладно, иди сюда. Эдрик? Ого, осторожно, я вижу небольшое искажение резонанса. И что там? А? А рогами что они сделают? Спокойно, Клэр. Да я! Ну и все. Терпит выражение. А чё, я не могу их сажать, что-то получить? Молодцы. Этот узел памяти готов. Вы в порядке? Да, все хорошо. Ей, нафига мне это? Чё мне это даст? Чё-то диалоги ради диалогов, да? Хорошо, все медицинские тесты пройдены, ваши показатели в норме. Ни у кого нет проблем с самочувствием? Да, вроде нет. Я в порядке. Хорошо, очень хорошо. Думаю, первое испытание прошло успешно. Нам еще нужно разобраться с узлами памяти и прочим, так что нужен еще ряд испытаний. Так что позвольте расскажу вам о следующем этапе. Поскольку тебе удалось соединить резонансной зоны Клэр, ваш уровень синхронизации возрос. Кстати, я внес информацию об уровнях резонанса в базу данных. Тебе удалось с ней ознакомиться? Конечно! Ну, тебе всегда можно положить. Давай вкратце расскажу, что к чему. Прошлое соединение с резонансной зоной оказалось очень поверхностным. Чтобы выполнить контакт ядро, требуется связь на гораздо более глубоком уровне. Для этого вам с Клэр надо повысить уровень резонансной синхронизации. Все понятно? А, в общем, вам нужно научиться синхронизировать ваше мысленное дыхание. Как мы это сделаем? Это довольно просто, нужно лишь выполнить несколько заданий вместе. Хотя какие попал задания не годятся, вам нужно активировать как можно больше клеток оракула. Чем сильнее враг, тем лучше. В общем, на сегодня это все. Постарайтесь отдохнуть, завтра силы понадобятся. Господи, данные памяти Клэр добавлены в базу, можете просмотреть воспоминания в разделе «Прочие». Я был в тебе, как ощущение. Привет, помнишь, о чем говорил Кит? Похоже, нам придется повысить наш уровень резонанса синхронизации. Я справлюсь с любым заданием, что ты выберешь. Давай постараемся изо всех сил. Мы подключимся к более глубокой части моего резонансной зоны. Выложимся по полной. Е-е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 
насчет защитной тобой узлов памяти. Результаты анализа автоматически архивируются, так что взгляни на них, как будет время. А теперь позволь вкратце рассказать, что мы будем делать дальше. Вам с Клэр нужно повысить уровень резонансной синхронизации. Для этого мы хотим, чтобы вы с Клэр вместе выполняли задание. Займись этим, когда будет подходящий момент. Господи. Какие-то брат. Да вообще плевать на нее. Прошлое. Не могу, да? Еще один демон. Так, мне нужен Финн. Да, давай, тебя давно не таскал. Удачи. Она думает, мне удача нужна.
Надо. Эй, я отошел. Быстро. Собака. Чё, приятно? Давай. Давай, раз, два. Воу, воу. Собак. Ты можешь меня не бить, пока я тебя бью, а? А чё с Хьюго-то? Ну вот... Ау. А то он был ранен. Собака. Давай, давай. Я в воздухе был, ты тварь. Давай, раз. Два. Получи. Черт, плохо дело. I have to do this. Be careful.
Получи! Как тебя контролить-то? Ты умрешь, нет? Чёрт! Чёрт! Беги, синий, беги, не знаю, кто ты, синий, Клэр! Клэр! Клэр, у тебя 15 секунд, ты успеешь. Почему ты не можешь R нажать и полететь? А ты куда пошел? Где ты? Ты да специально бьешь медленнее. Наконец-то! Давай. Раз. Два. Три. Собака! Раз. Два. Молодец! Блок поставил вовремя. Имеет ли смысл вообще проходить эти ядра их? Так, нормально. Считается, не считается? Пока еще мало, да? Походу мало, да? Дай мне аптечек. Ты мощные аптечки просрал, ладно. Два рогами это, конечно, пока жестяк для меня. Давай еще бить ей будем раз. Не могу, да? Побежали. Будем напинывать их, блин. Будем напинывать, что делать? Раз они не дают мне одно, будем напинывать в другом. Привет, крокодил. Второй сразу здесь, вы издеваетесь. Да, молодец.
Третий? Да ладно, кто третий вылез? Что, первый уже все? Черт! Здесь минус, что неудобно следить за всеми позициями. Ешь. На-на. Фак. Раз. Два. Три. Тебе. Давай. Раз. Два. Успеешь. Три. Красиво. Так, и насколько мы поднимем еще и... Так, 29. Что, ничего не дал мне? Так, давай еще. Так, четвертый. Ой, блин, уже две этих. Так, снаряжение. Я только хотел вот это поменять, как он. Пожирание где? Изучите следующее активное ускорение. Следующее активное ускорение. Буря. Стреляет неограниченное всплеска длится. Так, что делать? Буря СВ. Стреляет неограниченным количеством. Выберите активатор ускорения. Что это значит? Повышается... Время всплеска повышается на 15 секунд. Увеличить силу атаки в ближнем бою на 5%. Блин, я не понимаю. А, вот условие. Выполнять добивание на земле 3 раза. Без понятия, что это значит. Перевести рывковое... Провести рывковое пожирание. Стрелять неограниченное количество. Нет. Выполнить пожирание частей защиты рогами. Выполнить 4 пожирания. Стабильно улучшает восстановление ОО для цикла всплеска. Стабильно улучшает ОЗ для цикла всплеска. Чудо. Увеличить силу умения на 10%.
Полезная вещь, давайте это прокачаем. Так, что мы здесь? Вальс клинков. Создает перед вами торнадо из энергии оракула, который режет врагами. Вихрь клинков, значит, бежишь. Долгий клык. Давай вот это возьмем. Так, побежали. Что по времени? Пошли разбираться с ними. Вот, хорошо жахнул. Блин, плохо, что двое. Черт, черт. Вы можете остановиться это, а? Чего ты не успеваешь осажать-то, а? Нет. Стой, ты куда? Натина. Фига себе. Как ты меня так быстро снял? Меня кто-нибудь спасать будет? О! Клэр, молодец! Клэр, 10 секунд! Ты бы еще медленнее бежала.
Давай, до второго хотя бы успеть. Господи! Да ладно, опять? Чё за фигня? Ты опять ушел? На-на. Давай, бей, бей. Ай. А! Фига себе. Как, да как блокировать-то его? Да что б такое? Смотрите, я не могу ни блок нажать, ничего не могу. Клэр уже запарилась бегать меня спасать. Клэр! Клэр, меня обижают. Клэр, ну ты медленная скотина. Как уже сейчас с ней работать? А эта тварь меня по факту подставила. Я все равно не понимаю, как с ними бороться. Да как так-то? Бей его! Сдохнешь, нет? Капец, меня выбесили эти штуки.
собака. Чё, приятно? Молодец. Не ушел, не подошел. Ужасная камера, ужасная. Меня прям игра бесит уже. Давай, коньки еще двинь, давай. Стой, давай, давай, стой, давай, давай. Чё бы нет-то? Действительно, чё бы не постоять, не поумирать, а? Действительно, да? Блин, они капец тут выхлёстывают. Получи ты, собака. Как же я вас ненавижу. Да бейте вы его, что вы стоите, смотрите. Собаки, вот это я тут пострадал. Вот ненавижу этих самураев, потому что их нереал блокировать. Ты либо просто короче, бесит. А, надо купить все и бесит. Фух. А, чудо какое-то. Мутация. Отлично. Разберемся. То есть мне еще и набивать надо? До 100%? Но чем сильнее враг, тем сильнее я набиваю, да? Так, давай посмотрим, что я могу себе улучшить. Так, создать, улучшить. Улучшение снаряжения, оружия ближнего боя. Нечего. Вот этого у меня нету, да, я так понимаю? Но мне он и не нужен. Вот что мне здесь найти? Пепельный глаз. Вот где его добыть? Пепельная мышца. А, это из пепельных орогами, наверное. Крайне загрязненные клетки. Око Бергеста. Мышца Бергеста. О, посильнее есть. А что мне сейчас? У меня сейчас вот 2,4. Мышца, мышца. Не хочу тратить, вдруг приведется. Да.
Как бы больше одевать-то и нечего. Ого-го. Давайте на этом мы закончим.